Хей-хей, всем привет! Это необычное видео, в котором я проведу обзор на Kickstart на режиме анархии. Ну же, начинаем! Специально для этого я пришел в магазин. Молодой человек, что вас интересует? Извините, мне нужен Kickstart для анархии. Да-да, конечно. Он бесплатный. Но только учти, он выдается только один раз. Используй его с умом. Большое вам спасибо. А мы приступаем к обзору. В этот набор входят каменная кирка, 1 штука. Каменный уголь, 8 штук. Яблоки, 16 штук. И дубовые бревна, целых 8 штук. Давайте тэпнемся на рандомную точку, нажимаем, и где мы оказались? Мы оказались на каком-то болоте, я вижу пустыню, ого, темный лес, вот это да, здесь курочка бегает, до пустыни я идти не буду, а сделаем обзор именно в этом месте. Давайте расчищаем нашу поляночку, здесь уже кто-то был, я уже вижу, летали на элитрах походу. Это людное место, значит. Нам надо торопиться, чтобы нас никто не заметил здесь. Давайте это выкинем. Это у нас каменная кирка. Это очень нормально. А давайте попробуем найти железо. Я где-то видел пещеру. Вон она, да. Давайте до нее дойдем. И проверим, на что она способна. Что можно добыть этой каменной киркой. Так, вот, я вижу уголь. Вот это да, мы нашли уголь. Она уже начала ломаться. Я думаю, она вот-вот поломается. Так, мы докопали весь уголь. Давайте добудем камень. Уголь у нас уже был, но мы даже добыли больше угля. Вот это да, ребята. Я даже не знаю, как нам повезло. Мы нашли железо. Десять железа в одном месте. Вот это удача, конечно. Вот это удача. У нас есть бревна дуба. Половину превратили в доски. Давайте сделаем факелочки, чтобы было какое-то освещение. Осветим здесь все место и сделаем такую маленькую базу. Наш столик поставили, замечательно, и теперь мы сможем создавать уже новые вещи. Давайте сделаем печку и давайте переплавим наше железо. Кирка, конечно, очень понадобилась нам. Без нее бы мы железо не добыли. Так, одно железо уже есть. Давайте сделаем что-то еще. Так, а что еще можно сделать-то? А, можно сделать люк, например. Сундук давайте сделаем. Давайте сделаем именно его. Ложим туда доски нашего кила и, конечно же, половину нашей еды. Давайте используем это яблоко. Еда здесь очень важна. На улице очень потемнело. Я боюсь выходить, потому что там очень много мобов должно появляться. Давайте сделаем дверь какую-то и закроемся от мобов. Этого нам уже не хватит. Давайте сделаем еще досок. Идеально. Идеально прям. Давайте сделаем наши двери. А вот так вот. И закроемся от мобов. Здесь должно быть очень много мобов, я их уже вижу. Боже мой. Боже мой, вот это да. Там очень много мобов. Давайте закроемся. Ух, они нас уже не тронут. Так, копаем еще. Давайте поломаем эту кирку полностью. Может, еще что-то найдем здесь. Но я уже не уверен, что мы что-то найдем. Ну давайте хотя бы покопаем наш камень.
Ой-ой-ой, я уже кого-то видел из мобов. Там вроде какой-то моб, что ли, был. Да-да-да. Или нет? Нет, тут никого нет. Мне уже все кажется. Мне уже все кажется, все видится. Да, к нам никто не может зайти. Так, тут еще можно двери поставить. Давайте еще двери поставим. На всякий. Обделываем нашу базу. Вот так вот, замечательно. Так, и что же мы сможем сделать еще? Давайте хотя бы один предмет сделаем. Давайте сделаем ступени из булыжника. Вот так вот. Интересная у нас получилась база. Очень классная, очень защищенная от мобов, но не защищенная от игроков. Угля, я думаю, нам хватит еще очень надолго. Так, что же у нас осталось еще? У нас осталось еще очень много еды. Дерево у нас также осталось, и с него мы можем сделать также палки для кирки, например. Давайте сделаем именно палки. И у нас есть наше железо. Давайте сделаем кирку. Кирка, лопата и еще, конечно же, меч для защиты. Ну вот и все. Наш обзор подошел к концу. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий под этим видео. Это был Осмий. Всем пока-пока.